Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Пожалуйста, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить все обновления. А сегодня мы поговорим о том, что... Много слухов, Лектояр выпускает электромобиль на солнечных батареях. Теоретически он может работать до 7 месяцев без подключения к розетке. Если вы относитесь к тому типу людей, которые могут забыть подключить свой электромобиль, чтобы зарядить его ночью, наряд под названием Лектояр может стать солнечным решением. Базируясь в Европе, они объявили о том, что они называют первым в мире серийным автомобилем на солнечной энергии. Названный Лектояр 0, он имеет 5 квадратных метров солнечных батарей с двойным изгибом, которые позволяют автомобилю заряжаться во время поездок на работу или просто припаркован на открытом воздухе. По данным компании, автомобиль может пополнить запас хода на 70 км в день, собирая энергию от солнца, в оптимальных условиях, конечно. Другими словами, ожидайте такого уровня производительности на юге Франции или в солнечной Испании, но не на северном полуострове Ньюфаундленд в ноябре. Эта цифра превышает предполагаемый запас хода в 625 км, обеспечиваемый подключением к традиционному зарядному устройству для электромобиля. Лектояр оценивает выход солнечной энергии до 11 тысяч километров в год. Поэтому водители, использующие Лектояр 0 для ежедневных поездок на работу, растянувшихся примерно на 35 кликов, теоретически могут ездить в течение нескольких месяцев в летнее время, прежде чем им потребуется подключиться к общественному зарядному устройству или бытовой розетке. Изящный Лектояр 0 описывается как 5-метровый в длину, что лишь немного больше, чем у Toyota Camry. Его гладкий кузов имеет коэффициент аэродинамического сопротивления менее 0,19, благодаря чему Лектояр может похвастаться тем, что это самый аэродинамический семейный автомобиль на сегодняшний день. Общий вес составляет всего 1575 килограммов, что составляет менее 3500 фунтов, что способствует его замечательной энергоэффективности, которая, по данным Лектояр, составляет всего 10,5 копеек в на 100 километров. Для сравнения, ваш автор недавно стал свидетелем того, как Kia EV6 выжил 13,0 копейки в 100 км своей полностью электрической трансмиссии. Производство Lectayar 0 должно начаться этой осенью, а первая машина будет доставлена уже в ноябре. Максимум 946 Lectayar 0, подозрительно конкретное количество, будет произведено по цене 250 тысяч евро, приблизительно 336 тысяч канадских долларов. По словам Лайтера, следующая модель компании – автомобиль без описания, кроме того, что он будет производиться в больших объемах, запланировано на 2024 или 2025 год с целевой ценой в 30 тысячах евро, примерно 40 тысяч канадских долларов.